Арктика – это важнейший стратегический регион, являющийся зоной интересов не только арктических государств, но также Европейского Союза. Мы уделяем внимание Арктике, очень серьезное внимание. Арктика – это важнейший стратегический регион, являющийся. In the Arctic, we have made good ideas, innovations, which can be lessons to learn. В Арктике мы реализовали много хороших идей. Они могут послужить примером для всего остального мира. В Арктике расположены огромные запасы полезных ископаемых. Вчера мы посетили платформу «Приразломная». Она обладает огромным потенциалом экономического развития. Но у нас возникает вопрос, а можно ли обеспечить безопасность и устойчивость этого развития? И мы были впечатлены механизмом проведения поисково-спасательной операции, которую разработала российская сторона. Это правильный путь развития Арктики. The right way. Вчера мы увидели впечатляющие технологии. Мы убедились, что Россия занимает лидирующее место по уровню этих технологий. Люди, работающие на терминале в Арантей, являются высококвалифицированными специалистами. Сегодня в ряде регионов надо сказать о том, что имеется наработанный десятилетиями положительный опыт взаимодействия топливных компаний и организаций коренных народов. Сегодня мы ставим перед собой задачу распространения данного опыта во всех регионах проживания коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Осваивая Арктику, необходимо учитывать уникальный опыт выживания малочисленных народов в суровых условиях Крайнего Севера. И надо помнить, что этот опыт нам ярко показывает, что можно жить в гармонии с природой, не покоряя ее, не стараться взять у нее все сразу. Нам было бы очень интересно поработать с российскими исследователями и исследователями из других стран для того, чтобы проанализировать правовое положение коренных народов Арктики и других сообществ. Мы живем на своей земле, и мы готовы поделиться со всем миром тем опытом, который у нас на сегодняшний день накоплен. Наши народы коренные, которые живут в России, в частности в Ненецком автономном округе, одни из единственных, которые ведут кочевой образ жизни, ведут традиционный образ жизни так же, как вели их предки. И мы готовы научить остальной мир, как сделать так, чтобы этот традиционный уклад сохранялся, потому что мне часто приходится общаться с друзьями из других стран, и я вижу, с какой завистью они смотрят на то, как живут наши оленеводы в тундре. I would only thank the organizers for creating a very good conference. Хотелось бы поблагодарить организаторов за проведение очень хорошей конференции. Полагаю, что сотрудничество в этой сфере является очень актуальной темой. Очень приятно видеть, что Россия добилась положительных результатов в этой области. Надеюсь, что мы продолжим работать для того, чтобы сохранить Арктику ради будущего. Арктика – это важнейший стратегический регион, являющийся зоной интересов не только арктических государств, но также Европейского Союза. Мы уделяем внимание Арктике, очень серьезное внимание. Арктика – это важнейший стратегический регион, являющийся зоной интересов не только арктических государств, но также Европейского Союза.